Приветствую вас. Как мне кажется, проблема здесь в том, что вы сами как-то несколько, наверное, специфично относитесь к той вот связи, да, которая у вас возникла. То есть, вы что-то утаиваете, да, что-то скрываете, может быть, вы несколько торопитесь в, ну, вопросах выстраивания отношений, или, может быть, вы несколько торопитесь в вопросах взаимодействия с, ну, условно говоря, своими партнерами, да? Вот. Плюс ко всему, на мой взгляд, есть вот некоторые вещи, которых вы, может быть, хотите избежать. Есть некоторые вещи, которых вы, может быть, хотели бы, чтобы не было. Есть вещи, которых вы, может быть, стыдитесь. Может быть, я не знаю, как обстоят дела. На самом деле, ну вот, судя по тому, что вы описываете, да, вполне может быть правдой, вот, потому что вы можете чего-то стыдиться, потому что, ну, по сути, ничего не произошло дурного, ничего не произошло плохого, вот, вы сами, в принципе, об этом говорите, да, что, ну, как бы, что все в целом нормально было, ну вот, все в целом хорошо было, ну вот, и когда возникает какая-то ситуация, да, когда, ну, возникает, появляется какая-то ситуация, ну вот, вы, ну вот, такое ощущение, да, что, что называется, тушуетесь, то есть я была и, условно говоря, стушевал. Вот. Я вас не обвиняю при этом, да, вы не подумайте, пожалуйста, что плохого, я вас не обвиняю, я просто говорю, что, ну, вот выглядит это так. И, на мой взгляд, как бы, ну, надо именно рассмотреть, вот именно то, как все происходит у вас. Потому что вполне вероятно, да, что вы тушуетесь, вот, вы стушевались, именно потому, что ранее вами ваши же чувства, условно говоря, были подавлены. Вот. То есть, вот, понимаете, вот, когда вы говорите, на свадьбе там что-то произошло, да, вы переспали. Закрутил. Вот что значит закрутил, Анжелика? Закрутил — это значит что? Что я не осознал какие-то свои чувства. Вот. Дальше вы пишете, ну как-то не сложилось. Это опять же идет неосознанность. Ну как-то не сложилось. То есть сначала вас закрутило, потом, ну, потом как-то не сложилось, да, то есть, понимаете, чувствуете вот, вот некоторая такая бесконтрольность. Это вытеснение. То есть вы вытесняете то, что вам неприятно. Вы вытесняете неприятные вам какие-то эмоции, да, какие-то переживания. Вы это вытесняете. Потому что, ну, возможно, вы этого опасаетесь боли, опасаетесь какого-то негатива и так далее. Вот. Значит, дальше. Вот вы говорите, она смотрит на меня косо, не знаю, как себя вести. Как себя вести, вы не знаете, чтобы что. Сказать, не сказать, и в чем смысл? Смысл чего? Вообще дурацкая ситуация, продолжили. Что значит продолжили? В чем ситуация дурацкая? Чем она дурацкая, если она вас волнует? Волнует настолько, что вы обратились за помощью к другим людям. Здесь вы склонны себя обесценивать. Нужно опять же этот момент несколько изучить. Да? Как? Часто и свойственно ли вам вообще по жизни себя обесценивать? Вот. Так,
такая вот штука. Такая вот штука. Так, дальше. Ну, в принципе, вот вы пишете сказать, не сказать. А в чем противоречие здесь? Для вас. Значит, в чем противоречие для вас? В чем сложность для вас? Как бы. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что могу вам ответить с точки зрения психологии. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.